Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим булочки с колбасой и сыром. Вкусный перекус для всей семьи или дружной компании. Для этого нам понадобится 500 грамм муки Алейка, 350 грамм вареной колбасы, 200 миллилитров молока, 150 грамм твердого сыра, 50 грамм сливочного масла, 3 столовые ложки подсолнечного масла Алейка, 2 яйца, 7 грамм сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, пол чайной ложки соли. В миску влить 200 миллилитров теплого молока, добавить 1 столовую ложку сахара и 7 грамм сухих дрожжей, перемешать и оставить на 20 минут. Добавить пол чайной ложки соли, 1 яйцо и 3 столовые ложки подсолнечного масла Алейка. Отмерить 500 грамм муки Алейка от щедрых полей Алтая. Добавить муку в миску и замесить тесто. Добавить 50 грамм сливочного масла и вмешать масло в тесто. Чистую сухую миску смазать подсолнечным маслом Алейка. Выложить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут. Тесто обмять. Накрыть пищевой пленкой и оставить еще на 30 минут для подъема. 350 грамм вареной колбасы нарезать маленькими кубиками. 150 грамм твердого сыра натереть на мелкой терке. Смешать в миске колбасу и сыр. Тесто обмять и разделить на две части. Раскатать часть теста в пласт, сформировать в прямоугольник. Выложить половину начинки на одну часть теста. Завернуть тесто с начинкой рулетом и разрезать на части. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Приготовить вторую часть булочек. Яйцо взбить вилкой. Смазать булочки сверху яйцом. Выпекать в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке 25 минут. Остудить булочки на противне. Выложить на блюдо. Булочки с колбасой и сыром готовы. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!